нам пришла настоящая зима. 9 декабря. Какого декабря? Февраля. Февраля 2024. Вот так вот. Вот так вот. Настоящая зима к нам пришла. Ага. Вот я иду на станцию. Не скажу какую, потому что у нас идет война. Она потому что у нас кацапы вонючая русня бомбит. Вот памятник так называемой Великой Отечественной войны. Крест стоит вверху. Зачем крест? Тут же половина мусульманских фамилий. Абдуллаев, всяких там Ибрагимов. Зачем крест? Это некорректно по отношению к людям другой веры. А то, что россияне и украинцы были вместе, тогда были времена такие, пока они нас, россияне, не предали. Все. Не хочу об этом говорить. Противно. Но крест на могиле, где половина, почти половина или очень много мусульман, некорректно. Хоть я сам христианин, но некорректно крест ставить, это неуважение к людям другой веры.